Всем привет, друзья! На связи Арбат Хоумс, меня зовут Никита. Мы где? На новом проекте, ну, конечно же. И по иронии, представьте, недавно сижу в Инстаграме, популярный паблик новостной, листаю, вот тут новость. В Мезетле проложили новую дорогу, которая впоследствии соединится со второй кольцевой. Раз проходит два дня, мы на этом проекте. Эта дорога реально здесь недалеко, вообще ровная, новая, красивая, соединится с кольцевой. А это значит, что вот вся эта транспортная развязка, аэропорт в Дону, пожалуйста, аэропорт Чукурова, пожалуйста. Ну а теперь давайте конкретно про проект. Номер проекта 5740, здесь квартиры 1 плюс 1, 2 плюс 1, будет 2 блока. Инфраструктура очень богатая, все как мы любим. 2 хамама, охрана 24/7, видеонаблюдение, детская площадка, баскетбольная площадка, будет очень зелено. И окончание строительства этого проекта назначено на декабрь 2024 года. 9 месяцев уже идет стройка. Вы можете посмотреть за 9 месяцев, что здесь сделали. Это, кстати говоря, к слову, для тех, кто уже здесь приобрели квартиры. А приобретено здесь больше половины. Ну, то есть очень много квартир в этом проекте выкуплено. Остались очень хорошие варианты с шикарными видами. И, как я видел проект, есть квартиры с террасами. 1+1, просто вообще вот, ну, невообразимой красоты терраса. Сидите красиво, круто. Ну и помимо этих просто невероятных плюсов, конечно же, важна инфраструктура. Где мы с вами живем, что вокруг нас, потому что именно это дает нам настроение. Помимо солнца, шикарной погоды, у нас здесь аквапарк, у нас здесь бассейн, у нас здесь крытый тренажерный зал, у нас здесь беседки, баскетбольная площадка, 2 хамама, 2 сауны, охрана 24/7, парковка. Вот все это входит в этот проект, друзья. А до моря здесь, мы спорили, кстати, долго с оператором, сколько здесь там, в итоге 1000, 1300, но насчитали, все-таки полетели дроном. Здесь 1 километр до моря, с верхних этажей открывается восхитительный вид на Средиземное море, и это район Соли. Район Соли, вот лично для меня, я когда год назад приехал в Мерсин, вообще поразил меня этот район, и я сильно здесь хотел жить. Ну, давайте пройдемся до набережной, до пляжа, и расскажем там о плюсах этого района, почему выбирают этот район, почему здесь так круто. На календаре у нас 3 октября. Я все еще не могу привыкнуть, что в октябре можно купаться, можно загорать, море теплое. Вот, пожалуйста. Вот, ну просто вообще прекрасное. Я думаю, после съемок надо искупануться. А мы здесь, на вот этом восхитительном пляже, поговорим с вами про район Соли, почему его многие выбирают. В личном моем топе, просто топ-1, я очень хочу переехать сюда. Объясняем. Так, во-первых, да, вы видите, красивый, симпатичный песчаный пляж. Тут, ну, редкие камушки попадаются. Второе, инфраструктура очень близок. Центр Мерсина, да, тут, я не знаю, ну, буквально там 5-7 минут. Сая парк, торговый центр, форум, торговый центр. Очень много больниц, медикал парк известный здесь. И этот район газифицирован. И именно до Соли уже спланировано метро. То есть, да, кто не знал, если что, в Мерсине планируется метро, уже есть проект. И вот как раз до Соли планируется 15 станций, по-моему. И за инфраструктуру, конечно, все очень любят этот район. Наш проект находится здесь в 1 километре, всего лишь 1000 метров. И вот эта красота, все это ваше. Также транспортная развязка до аэропорта Чукурова, который тоже в скором времени вводится в эксплуатацию. Все здесь есть. Ну, все уже. Ну, правда, ну, я уже все рассказал. Что еще? Я не понимаю, все.
Все, вырубай технику, я снимаю и окупаться. Все, это октябрь, надо покупаться немножко. У-у-у!